Плавательный бассейн университета имени Ким Ир Сена. При политике Трудовой партии Кореи, придающей приоритет образованию, с каждым днем обновляется университет имени Ким Ир Сена. Вот плавательный бассейн университета имени Ким Ир Сена, общая площадь территории которого составляет 25 тысяч квадратных метров. Он был построен в 2009 году и вносит большой вклад в спортивную деятельность и культурно-эмоциональную жизнь преподавателей и студентов. За центральным холлом открывается взору весь плавательный бассейн. Объем бассейна превышает 2000 кубометров, наполнен чистой водой. Вот вышка с трамплинами из разных высот. Здесь есть 900 мест для зрителей, откуда можно осмотреть весь бассейн как на ладони. Плавательный бассейн имеет в полном комплекте стартовые подставки и стартовый сигнальщик, таймограф и другие установки, позволяющие проводить и международные соревнования. Наряду с этим бассейном есть и игровой бассейн. Объем игрового бассейна – 700 кубометров, длина водного ската – 48 метров. Вот комната для спортивного лечения. Она оснащена аппаратом электрического массажа, снарядом по бегу и другими разными спортивными техническими средствами. В бассейне есть и баня. Все в ней устроено удобными условиями для посетителей. Сухая сауна, сауна с дистанционными инфракрасными лучами, холодная сауна и так далее. Плавательный бассейн оснащен установкой подачи воды, отопительным устройством, фильтровым стерилизатором, манипулятором игрового бассейна, кондиционером и так далее. И ими автоматически управляет в пульте управления с помощью компьютера. Строительство плавательного бассейна от начала до конца проводилось под скрупулезным руководством полководца Ким Чен Ира. Руководитель Ким Чен Ир приезжал сюда несколько раз, принимал меры построить наилучший плавательный бассейн и осматривал движение плавания преподавателей и студентов. Говорят, что этот игровой бассейн специально построен по заботе руководителя Ким Чен Ира, чтобы преподаватели и научные сотрудники сняли усталость и утомленность после рабочего дня. Доктор наук, доцент Син Бунджин. Во время посещения этого плавательного бассейна дорогой полководец Ким Чен Ир, внимательно осматривая предназначенные подарить нам купальники, отметил, что преподаватели и студенты университета имени Ким Ир Сена будут весьма радоваться, получив их. Когда получила купальник, купальный черепец и подводные очки, которые нравятся мне по форме и цвету, я невольно прослезилась в сильно растроганном чувстве. В плавательном бассейне часто организуются соревнования университета по плаванию.
студентка Сим Унхи. В соревнованиях по плаванию, проведенных по случаю открытия бассейна, я заняла первое место. Поэтому люди называют меня «чайкой над сопкой Рённан». Да, интересные студенческие соревнования, но соревнования преподавателей, в которых участвуют седовласые профессора и доктора наук, производят сильнейшие впечатления. Этому участнику соревнований, академику, профессору и доктору наук, давно перевалило за 70. Академик, профессор и доктор наук Ким Сан Ок. В таком замечательном бассейне, кажется, и плавание как-то хорошо получается. После работы преподаватели этого вуза весело идут в плавательный бассейн и пользуются различными установками. Доктор наук, доцент Ким Ирчор. У нас в вузе работают многие супруги преподавателей и научные сотрудники. После работы они приходят сюда, наслаждаются культурно-эмоциональной жизнью и возвращаются домой в веселых настроениях. Кажется, восстанавливается бодрый дух молодости. Это устройство для водного массажа в игровом бассейне. После освежительного душа под водопадом, говорят, моментально снимается усталость во всем теле. Доцент Юн Думан продекламировал стихи экспромтом. Будто спустился с неба мост через Млечный путь на сопку Рённан, водный скат плавательного бассейна. Когда спускаюсь по нему, ключом бьет молодость во мне. Плавательный бассейн – вот это дворец долголетия для нас, седых преподавателей. Студент Чан Сон Йон. Чувствую, что при плавании в этом бассейне становится стройная фигура и крепким здоровьем. И впредь я буду усердно заниматься плаванием и стану надежным работником строительства могучего и процветающего государства, обладающим суперсовременными знаниями и крепким здоровьем. Многие иностранцы приходят в этот плавательный бассейн при посещении университета имени Ким Ир Сена. Иностранцы, посетившие плавательный бассейн, написали в книге для гостей вот такие отзывы. Преподаватели и студенты университета имени Ким Ир Сена, этот плавательный бассейн – красивый и замечательный подарок, сделанный вам, дорогим руководителем Ким Чен Иран. Поистине говоря, это величественное творение зодчества для студентов.
мы хорошо поняли, что проявление внимания и заботы о студентах служит руководителям этой страны самой важной задачей. Это наилучший в мире плавательный бассейн при ВУЗе. В мире насчитывается более 200 государств, в них есть десятки тысяч вузов. Но такой плавательный бассейн при университете имени Ким Ир Сена, оснащенный последними оборудованиями на наивысшем уровне, думаю, единственный на свете. Этот плавательный бассейн – замечательное творение зодчества, созданное правительством Корейской Народно-Демократической Республики. Можно сказать, что это монументальное сооружение. Иметь такой плавательный бассейн в ВУЗе невообразимо в другой стране. Нигде в мире еще не видел такого замечательного ВУЗа. Но более изумителен тот факт, что все оборудование и применение современной техники этого ВУЗа бесплатны. Такая удивительная реалия, думаю, возможна только в социалистической Корее. Благодаря взгляду руководителя Ким Чен Ира на будущее и образование потомков, который считает дело образования делом во имя вечного процветания страны и ничего не жалеет для этого, университет имени Ким Ир Сена будет выпускать еще больше способных работников для построения могучей и процветающей державы.